Философские размышления. Ответ на это вы получите в этой картине. Что здесь изображено? Домик. Но посмотрите, какой это домик. Вы чувствуете, как тепло струится на вас полотна. Тут живут прекрасные, честные, благородные и чистые люди. Наверное, они трудятся и живут дружно и весело. У них, наверное, много детей, и они очень хорошо живут. Теперь мы можем перейти к следующей картине, чтобы ответить на следующий вопрос. Почему пейзаж наводит на философские размышления? Рихтер. А за крыльцом мусорное ведро, его не видно. Хорошо. А это моя рубашка. Это? Это не твоя рубашка. Вот моя.